Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 18 апреля 2023 года. Вербеник мой прижился. На улице очень тепло, 22 градуса тепла. Я хочу вам показать, где похоронены у меня мои любимые животные. Здесь вот я выкидывала зимой, ой, не зимой, осенью весь хлам. Рядила лук, слизун, и посмотрите, и он у меня на помойке вырос. Да еще какой вырос жирный. Вот он, гляньте. Я его трогать не буду, немножко очищу, пускай растет сам по себе. Он очень вкусный. Здесь у меня ничего плохого нету. Капусту выбросила. Потом выбросила калину, нам не упоед было, и трава здесь. Так что здесь тухлятины никакой нету. Так, идем покажу своих любимых животных. Вот он, лук-слизун. Извиняюсь за грязные руки. Так, я давно не приходила на могилки. Летом сын приносил щеночка, малышок мы называли. Но он у нас умер, наелся чего-то, и в больнице мы не спасли. Вот этого могилка моего малышка. И цветочки прижились, ирисы на нем, нужно прополоть. Вот это могилка моего любимого жучка. У меня был собачка-жучок. На канале «Живи, радуйся» у меня там много про него видео есть. Нужно прополоть взяться. Вот это мои два любимых собачоночка. И жучку было лет 16 прожил. Здесь у меня мой любимый петушок похоронен. И любимые курочки, когда были кладбище. И вот здесь, нет, мой любимый помпушечка, вот он, цветочки сидят, похоронен. А это вот такие желтенькие хорошие цветочки, это я займу завтра. А там у меня курочки две похоронены. Но это не все. А раньше я хоронила в другом месте. Не смогла я своего любимого жучка выкинуть в болото и захоронить. Пусть он здесь лежит. Он 16 лет служил любовью своей, охранял. Скоро начнем штукатурить дом и начнем потихонечку делать крышу. Так что работы очень много. И вот этот весь беспорядок будем убирать. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала я вам свои места, где похоронены мои любимые животные. Пока!